Здорово, вирусня, с вами Жизмер, и мы с вами начинаем играть в игрушку Витчин. Я уже пробовал эту игрушку играть, и она интересная. Здесь прикольная графика, мы просыпаемся вот на такой кровати. Я совсем недалеко здесь проходил, поэтому обещаю, что вам будет тоже, как и мне, интересно. Игрушка довольно-таки атмосферная. И буду надеяться, что вам понравится. Здесь также есть пасхалки. Стоп, это что? А, это книги. Это книги просто. Так, нет, не надо туда идти. Все, я говорю немного потише, потому что если я буду говорить очень громко, то вы ничего не услышите в игре. Я сейчас снимаю с помощью наушников, и там очень хорошо записывается мой сам голос. Но не игра. Поэтому говорю немного потише, как будто шепотом, но в реале я говорю не шепотом. Давайте пойдемте. Back out. Сломайте три планки. Мы сломали три планки, и мы получили прайд. Прайд — это какая-то... Ребят, просто решил сказать то, что прайд здесь уже и так в скрипте прописан, и он здесь означает гордыня. Скоро вы поймете, к чему это, зачем это, и к чему здесь эта надпись. Мы в течение игры, я так понял, будем встречать такие надписи, и они будут нам рассказывать о нас, о том, что с нами происходило. Поэтому, если я что-то не так объясняю, поймите, я в английском полный ноль, ну, почти полный ноль. Ну вот, все, я объяснил. Надпись, продолжаем дальше. Относящаяся к сюжету. Ладно, давайте пойдемте назад теперь. Здесь все вот так ломается. Офигенная игрушка, вот согласитесь, просто вот супер. Мне она саму зашла вообще очень сильно. Просто прекрасная игра. Мне будет так легче сделать. Надеюсь, вам она понравится, и мы с вами сможем набрать 2 лайка, чтобы я продолжил в нее играть. Потому что я бы сам хотел ее продолжить очень, очень сильно. Так, я сделал на максимальную громкость. Да, на максимальной громкости у нас игра. Вау. Все еще впечатляет, как они это сделали. Просто вот... Блин, респект разработчикам. Я вот сам удивляюсь, какая-то офигенная игра. Кролик, кстати, вот кролик. Скоро вы поймете. Вот там в клетке крольчонок. А здесь мы с кубком. Скоро я начну объяснять все, что я понял по этой игре. За небольшое количество прохождения. Но я прошел недалеко. Совсем недалеко. Давайте. Стоп. Вверх. Здесь какие-то полки. Полки какие-то. Давай. Не вышло. Давайте еще раз. Так, и еще раз. Во. Лестница наверх, смотрите. А, там пасхалка будет, смотрите. Первая пасхалка. Просто лампочка ломается, и нам дают пасхалку. Типа, мы нашли music box. Это скорее всего, какие-то пасхалки или... Что, короче, какая-то тайна, какие-то тайные пасхалки. Давайте идем вниз. Чем дальше, тем круче, смотрите. Вообще, графика здесь просто суперская для раннего доступа. Да, эта игра находится в раннем доступе, но ее скачать можно в Play Market. Так, мы спустились. И что? Ой, так, стоп, отвисло. Подвисло игра немного на этом моменте опять. Там нам туда нельзя. Идемте сюда давайте. Блин, мне нравится, правда, игра.
Ломаем и проходим дальше. Оба. О. Хилд ход. Или что там было написано? Или хилд шот? Нет, скорее всего, хилд шот. О, смотрите. Кто-то бежит. Очень на нас похоже, кстати. Или похож. Как-то мы с вами полетели, как будто парим. Статуи какие-то. Почему везде мы? Везде мы, серьезно. Кролик. А нельзя с кроликом взаимодействовать? Ау. Здесь еще и умереть можно, понятно. Значит, не все так просто. С кроликом взаимодействовать нельзя, к сожалению. Печально. Вот опять мы. Она нас как будто подзывает куда-то. О! Давайте, можно сюда надо. Как они еще не вывалились? Здесь всего-то несколько дощечек. А не, пройти сюда нельзя. Печально. А, давайте, пойдемте. В игре музыка вообще красивая. Стоп. А можно в этот камень надо, чтобы туда? Да, кстати. Так, о чем я говорю? А, да. О. Ты все обвалилось. Капец, мы все на две деревяшки забрали, и все отвалилось. А туда нельзя? Нет, туда нельзя. Так, я говорил о том, что игра просто вот прекрасна. Здесь и музыка, и графика, все отличное, на мой взгляд. Для такого... Кролик, мышка. Машинку мы там видели, машинку. Кролика мы видели, мышку тоже. И скакалка. Мы видели вот кролика, мышку, машинку, а вот скакалку я где-то... Робота тоже мы с вами, кстати, видели. Вот робот лежит. И все игрушки, которые мы видели с вами. А может, это мы с нашими подругами играем? Просто мы их лица не помним, внешнего вида, и мы их с собой ассоциируем. Ой, влагает. И правда, смотрите, это... Там кто-то сидит. Блин, это как-то уже грустно. И даже комментировать это не хочу. Надеюсь, это была всё-таки часть воспоминания какого-то немного избитого, так сказать. Потому что если это все секрет. Нам перегородили дорогу, тем мы даже уйти не можем, офигенно. Ладно, только вперед. Идем только вперед. А это... Это что? Так, давайте я немного поярче сделаю, а то... Давайте поярче сделаю чуть-чуть, вот так вот, хотя бы. Вот такой же... Это мы! А нет, это не мы. Это девочка с ресничками какая-то. На что нужно... Мы просто поломали ее. Она тоже кубок держала, как и мы ее сломали. Почему? Хотя, может, она просто путь перегрыжала, но мы могли бы обойти. Ладно. Так, где что здесь нарисовано? Какие детские рисунки? А, смотрите. Девочки вот тоже такие же, как мы, вот с прической. Или дети. Да, дети будут просто детьми называть. Дети просто перечеркнуты красным крестом. Здесь какая-то женщина, она с ними играет. Они что-то держат в руках, наверное, какие-то игрушки. Дети все перечеркнуты почти что, смотрите. Вот. Ли-а-ри.
Здесь реальность написана. Ребят, серьезно, смотри, здесь вот и, а здесь реаль. Реаль. Это, скорее всего, здесь реальность написана, потому что, типа, это все реальность. Это не может быть, на что кто-то жизнь испоганил, а теперь мы что, в какой-то коме спим или что? Так, игра зависла. О. Вау. Ребят, да я думаю, вот на вот этом вот уже моменте стоит закончить, потому что дальше, если мы пойдем, мы что-то еще узнаем, а я хочу, чтобы вам тоже было интересно ждать, так же, как и мне, поэтому, может быть, новая серия выйдет и сегодня, потому что игра мне понравилась, и я надеюсь, вам она тоже зайдет, и вы будете как-то мотивировать снимать подобные игры дальше. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Спасибо, что смотрели. И до скорых встреч, может даже сегодня, а может завтра. Всем пока.